Чуть раньше на верхней террасе центральной набережной зажгли свечи памяти. Всего 1418 свечей по количеству дней Великой Отечественной войны. Вечер памяти открыла литературно-музыкальная композиция. Волгоградские вокалисты в сопровождении оркестра исполнили песни военных лет. Также прозвучали стихи, посвященные мирной и военной жизни. Затем в память о далеких и страшных сороковых волгоградцы зажгли свечи. Волонтеры и активисты молодежных движений вместе с жителями прошли колонной от фонтана искусства до вечного огня на площади павших борцов. К обелиску были возложены цветы, здесь же остались гореть и сотни свечей лампад.